Вот такой бывает ленивый огород у ленивого хозяина. Это очень просто сделать. Эти кругом сорняки, трава. А у хорошего хозяина ни одного сорняка нету. Как это сделать? Очень легко. Покупаете индоуток, штуки 3, самец и 2 самочки. Они садятся весной на яички, вылупляются и пошло-поехало. Штук 150. Вот такое вот и у меня было. Как у соседа. Вот такое у меня было. А сейчас смотрите, что делается. Красота! Красота какая! Ни одной травиночки. Да, Пыжик? Да-да. Хороший у тебя хозяин, да? Очуметь может хозяин какой. Вот такие ундоуточки. И они хорошо себе все вытаптывают. Абсолютно все. И такая вот земля. Сахара. Да. Еще один. Ну давай, Манька. Ну вот и красавица. Мышек ловит хорошо. Приблуда. Оба. Вот так, молодчинка. Покажи, как ты умеешь. Молодец. Ух ты, красавица. Вау. Молодец. Молодец. Упадешь. Вот такие дела, ребята.